В лесополосе, недалеко от загородной объездной дороги, случайный прохожий увидел что-то странное. Сначала ему показалось, это груда старого тряпья. Но подойдя ближе, мужчина замер от ужаса. То, что он принял за тряпки, оказалось телом молодой девушки. Мужчина достал мобильный телефон. От волнения он с трудом попадал по клавишам. И только с третьей попытки удалось набрать 02. Год. Екатеринбург. Тело неизвестной доставили в морг. Ни документов, ни мобильного телефона при ней не оказалось. Судмедэксперты установили, смерть наступила около 4 суток назад. Подняли базы по всем пропавшим, и выяснилось, в соседнем отделении милиции лежало заявление от местной жительницы. Женщина сообщала, ее дочь, 22-летняя студентка Лена Мингалева, уже несколько дней не появлялась дома. Заявление в дежурной части приняли не сразу. Сначала от матери лишь отмахнулись. Дочь молодая, нагуляется и вернется. Но женщина настаивала. Еще ни разу не было, чтобы Лена не приходила домой ночевать. Возможно, найденная в лесополосе погибшая девушка и есть пропавшая Лена Мингалева. Мать вызвали в морг для опознания. До последнего она надеялась, это не ее дочь. Но на столе лежала Лена. Судмедэкспертиза установила, девушка задохнулась. Однако тело слишком долго пролежало в лесу, и следов удушения или других повреждений обнаружено не было. Труп пролежал какое-то время, то есть начались уже процессы гниения, поэтому не увидели следов удушения, не обнаружили. Константин Глухов, старший оперуполномоченный межрайонного отдела по борьбе с преступлениями против личности УВД по городу Екатеринбургу. И, по-моему, она страдала астмой, то есть не исключено было, что причиной смерти являлось ее заболевание. Мать девушки уверяла, Лена была здорова, она не болела астмой, а значит, дочь убили. Но судмедэксперты, обследовавшие тело, были категоричны. Они заверили, смерть наступила по естественным причинам, состава преступления нет. И в возбуждении уголовного дела отказали. Никто из сотрудников милиции не задался вопросом, как девушка из благополучной семьи оказалась в лесу на другом конце города. Не поинтересовались в отделении и тем, куда пропали ее сумочка с документами и мобильный телефон. Год. Екатеринбург. Через 3 недели после гибели Лены Мингалевой в милицию обратился Алексей Дегтяренко. Мужчина заявил об исчезновении своей жены Марины. В этот день в разных были заведения и ехали одновременно домой. Алексей Дегтяренко, потерпевший. Алексей вернулся первым. По его расчетам, жена должна была приехать из клуба с минуты на минуту. Но прошел час, второй. Марина так и не появилась. Алексей пытался дозвониться супруге на сотовый, но ее телефон оказался выключенным. Аппарат вызываемого абонента выключен и находится вне зоны действия. Рано утром мужчина отправился в дежурную часть отделения милиции. Заявление написали, его там долго не хотели принять, только пришлось, в принципе, разговаривать уже с высшими чинами. Нежелание объявлять женщину в розыск, как без вести пропавшую, объясняли просто. Скорее всего, супруга Алексея загуляла и через неделю обязательно вернется. Но Алексей был уверен, с Мариной что-то случилось.
Ждать ее возвращения целую неделю он не собирался. А за недельку-то уже вообще бы ничего не собрали. А в среднем даже по камерам следения информация о 3-5 дней хранится, да? На камеры слежения, установленные у выхода из ночного клуба и во дворе, где жили супруги, и была вся надежда. Алексею удалось настоять, чтобы сотрудники милиции приняли заявление и первым делом проверили видеозаписи с камер. Мы выехали в кафе, взяли видеозапись, где было зафиксировано, что да, действительно, данная девушка сидит. Автомашина у вас 6-й модели, белого цвета. Николай Курносов. В 2006 году старший следователь прокуратуры Кировского района Екатеринбурга. На видеозаписи видно. Вот Марина выходит из клуба, голосует. Вот возле нее останавливается белая шестерка. Женщина о чем-то недолго переговаривается с водителем и садится в машину. «Жигули» трогаются. Однако ни номера машины, ни тем более лица водителя разглядеть на видеозаписи было невозможно. Затем просматривались камеры наружного наблюдения во дворе проживания Дегтяренко. Также было замечено, что во двор заезжает машина, белая классика. Какое-то время находилась она и выезжает со двора. Но из машины никто так и не вышел. Понятно, что она села в эту машину, что она приехала во двор и не попала в подъезд, да? Понятно, уже что-то случилось. Но что? Почему Марина не вышла из машины? Передумала ехать домой? Или по дороге из клуба в белой шестерке произошла трагедия? Где теперь искать машину в большом городе? Тем более, что известны только ее цвет и марка. И кто был за рулем? У сыщиков возникла первая версия. Марину похитили, и скоро за женщину потребуют выкуп. Вся надежда была, что она, может, где-нибудь заперта на какой-нибудь там даче, в подвале, в гараже, да? Понятно, что ее еще спасти можно. Эта версия стала основной. Действительно, у Марины были престижная работа, высокооплачиваемая должность. Возможно, преступники рассчитывали на солидный выкуп. Одним из руководителей была в энергетике. Торговая закупочная система для энергетики. Должна была стать генеральным директором. Месяц. До назначения. На случай, если преступники попытаются связаться с Алексеем, его телефон поставили на прослушивание. Но с требованием выкупа никто так и не позвонил. От версии похищения пришлось отказаться. Через два дня после исчезновения Марины Дегтяренко в отделении милиции раздался звонок. Взволнованный мужской голос сообщал: в лесу у городской объездной дороги найден труп женщины. Алексей Дегтяренко опознал. Погибшая – его жена Марина. Женщину задушили, а перед смертью изнасиловали. Мы проверили сводку по области с целью выявления аналогичных трупов. И тут выяснилось, этот случай не единственный. С сентября месяца 6-го года по городу были обнаружены несколько трупов женщин. Перед смертью все погибшие были жестоко изнасилованы. Год. Екатеринбург. Житель Чкаловского района города обнаружил в пригородной лесополосе труп неизвестной женщины. Погибшей оказалась Наталья Яблонская, числившаяся в федеральном розыске как без вести пропавшая. Было установлено, женщину сначала изнасиловали, а потом задушили. Через три дня случайный прохожий на объездной дороге нашел труп Ирины Шереметьевой. Женщина также была изнасилована и задушена. Еще через две недели было найдено тело Ирины Чищихиной с аналогичными признаками насильственной смерти. А вскоре была убита Марина Дегтяренко.
5-6 трупов, да. Почему серия не была установлена, это вот для меня тоже вопрос абсолютно непонятный. Как выяснилось позже, всему виной был обычный российский бюрократизм и ведомственная разобщенность. Трупы погибших находили в разных районах города. Однако информацию о них не обобщали. Расследованием каждого преступления занимались различные подразделения милиции и прокуратуры. Только после гибели Марины Дегтяренко следствие пришло к выводу. Серию изнасилований и убийств совершил один человек. Но кто и за что мог расправиться с женщинами? Расследование гибели Марины Дегтяренко продолжалось. Муж покойной, Алексей, заявил, при себе у супруги была эксклюзивная дамская сумочка. Женщина купила ее незадолго до гибели, а в ней дорогой мобильный телефон. Но когда обнаружили тело Марины, этих вещей не оказалось. Следователи отправили запрос в компанию сотовой связи, которая обслуживала телефон Марины Дегтяренко. Проверили сотовый телефон, установили, что данный телефон выходил в эфир с другой сим-карты, то есть не принадлежащей данной гражданке. Сим-карта была зарегистрирована на некого Максима Старобогатова. Максим Старобогатов, 1978 года рождения. Не женат, детей нет, ранее судим не был. На квартиру к Старобогатову незамедлительно выехали сотрудники милиции. Возможно, мужчина и есть жестокий преступник. На случай, если предполагаемый убийца попытается скрыться, во дворе дома устроили засаду. Дверь долго никто не открывал. Сыщики уже хотели уходить, как послышались шаги, щелкнул замок, и на пороге предстал заспанный хозяин квартиры. . 2006 год. Екатеринбург. Максим Старобогатов сообщил, что интересующий сыщиков мобильный телефон ему продал несколько дней назад по дешевке родственник Роман Замулин. Замулин в возрасте был 22-23 года. Работал водителем в одной из воинских частей города Екатеринбурга. Воинское звание — прапорщик. Но часть, где служил Роман Замулин, была необычной, а строго секретной. Местные военачальники очень удивились, узнав, по какой причине к ним нагрянули следователи из прокуратуры. Ну, какая у них реакция? То есть, когда их подчиненные подозревают в совершении особо тяжкого преступления, то не ошибаетесь ли вы, такой человек не мог совершить данное преступление? Сослуживцы Романа Замулина были уверены, он не мог совершить убийство. Ведь по службе молодой человек характеризовался только положительно. Из характеристики Романа Замулина. 1984 года рождения. Холост, вежлив, трудолюбив, исполнителен. Замечаний, а тем более выговоров, по службе не получал. Судим не был. Искать Романа на территории военной части долго не пришлось. Мужчина был на своем рабочем месте, в гараже. Замулин сразу заявил, что не понимает, почему им заинтересовались сотрудники милиции. Но сыщики не сомневались. Прапорщик причастен к гибели Марины Дегтяренко и других женщин. Доказательство, хоть и косвенное, находилось в его гараже. Значит, было установлено, что Замулин управляет машиной белого цвета классика. Шестерка у него была. Машина полностью вся тонированная. На видеозаписи с камеры наблюдения у ночного клуба видно, что в ночь своей гибели Марина Дегтяренко садилась в машину шестой модели белого цвета. Но Замулин категорически отрицал, что подвозил в ту ночь кого бы то ни было. Следователи приняли решение провести обыск в квартире подозреваемого. И там их ждала настоящая находка. В ходе проведения обыска обнаружили сумку потерпевшей. Ту самую эксклюзивную сумочку, которую Марина Дегтяренко купила незадолго до своей гибели.
Неужели трудолюбивый и исполнительный прапорщик из элитной воинской части на самом деле был безжалостным насильником и хладнокровным убийцей? 2006 год, Екатеринбург. Несмотря на улику, Замулин продолжал уверять сыщиков, что никогда не встречался с Мариной Дегтяренко. На допрос вызвали мать подозреваемого. Сыщики поинтересовались у матери Романа, откуда в их доме появилась дорогая эксклюзивная сумка. Что эта вещь некогда принадлежала погибшей Марине Дегтяренко, женщине не сообщили. Мать Замулина рассказала, ее сын очень заботливый и часто делает дорогие подарки. Вот и эту сумку преподнес несколько дней назад. Теперь следователи ждали объяснений подозреваемого. И Замулин тут же выдвинул новую версию. Да, действительно, он занимается частным развозом, нерабочее время. Действительно, подвозил какую-то девушку, какую он не помнит. Она оставила у него вещи вот, в салоне машины. Но поскольку данных никаких ее не было у него на руках, то есть он эти вещи оставил себе. Прапорщик уверял, он высадил пассажирку около ее дома. Что потом могло случиться с женщиной, он не знает. Но камеры наблюдения во дворе супругов Дегтяренко зафиксировали. Белые «Жигули» въезжали во двор, но Марина из них не выходила. Было понятно, прапорщик что-то недоговаривает. Но прямых улик против Романа Замулина по-прежнему не было. Тогда было решено пойти на хитрость. На очередном допросе подозреваемого следователь неожиданно заявил. Я как бы ему заявил, что изъята видеозапись, на которой видно все. Вот, и как бы адвокат и он стали уточнять, а что, собственно, на записи? Я говорю, там видно все. Нервы прапорщика не выдержали, и Замулин признался. Это он убил Марину Дегтяренко. Да, действительно, он подвозил данную девушку. Значит, ну и в ходе, как бы, у них произошел конфликт за неуплату, что якобы девушка отказалась там платить ему за проезд, и он, как бы, ее задушил. Роман подробно рассказал, что произошло в ту ночь. По словам прапорщика, он бомбил на улицах города. У клуба в его машину села женщина. Ехать было недалеко. Марина пообещала заплатить хорошую сумму. Роман привез ее по указанному адресу. Но платить женщина отказалась. Это вывело Замулина из себя. Он нащупал платок, оставленный другой пассажиркой, и накинул его Марине на шею. Через несколько мгновений все было кончено. Девушка сопротивлялась, кричала. Да. Что она делала? Пыталась... снять платок. Угу. Понятно. Дальше что было? Дальше я изнасиловал. Но сознавшись в изнасиловании, Замулин в очередной раз поменял свои показания. 2006 год. Екатеринбург. Прапорщик Замулин выдвинул новую версию убийства Марины Дегтяренко. Мужчина уверял, он испугался. Мотив убийства был, собственно, то, что после того, как он ее изнасиловал, девушка заявила, что обратится в органы по данному факту, на него с заявлением. То есть он с целью скрыть другое преступление ее задушил. И в этот момент я второй раз на нее накинул платок. С какой целью? С целью, что она испугается или потеряет сознание, не знаю, что она не запомнит номер машины, выбежит и потеряет сознание. Но Марина не выбежала. Замулин понял, женщина мертва. Ударив по газам, прапорщик поехал на другой конец города, где выкинул тело на объездной дороге, недалеко от обочины. год, Екатеринбург. Тем временем были опознаны и другие вещи, обнаруженные в квартире у Замулина. Платок Натальи Яблонской. Косметичка Ирины Шереметьевой. Кольцо Ирины Чищихиной.
Все эти вещи заботливый сын Роман Замулин подарил своей матери. На этот раз подозреваемый не стал отпираться. Такой есть психологический момент, когда человек начинает рассказывать. Если он рассказывает, то есть, в принципе, он рассказывает все. И Замулин рассказал даже больше, чем могли предположить сыщики. Молодой прапорщик признался в убийствах, ограблениях и изнасилованиях 6 женщин. Хотя следствие знало только о 4 жертвах. Кто же 2 неизвестные? Замулин не мог назвать имен и фамилий. Он просто показал, где выбросил трупы. Действительно, у нас в этих местах находились трупы, но по данным фактам уголовные дела не возбуждались, потому что трупы находились... При проведении экспертиз не было выявлено изначально признаков криминальной смерти. Первой жертвой Замулина стала студентка Елена Мингалева. А уже через 12 дней преступник убил Ирину Титову. В обоих случаях судмедэксперты, осматривавшие тела девушек, уверяли, смерть наступила в результате естественных причин, поэтому уголовные дела не заводились. После признательных показаний Замулина была проведена эксгумация тел. И повторные экспертизы показали, и Елена Мингалева, и Ирина Титова были задушены. Почему тогда при первичных осмотрах медики не увидели на шее жертв странгуляционных борозд? Почему никто не пытался выяснить, куда исчезли мобильные телефоны погибших девушек? А ведь по признанию Замулина, после убийства Елены Мингалевой он в тот же день начал пользоваться ее сотовым. Ну, мне как бы тяжело говорить за коллег, то есть как они работали. То есть по нашему эпизоду, то есть, которое убийство, оно было единственное в Кировском районе. То есть сразу выдвинули все версии, мы, в принципе, благодаря этому удалось это все раскрыть. В поисках своих жертв преступник ездил по всему городу. Замурин занимался частным разводом на машине «Шестерка». Соответственно, садил девушек, которые сами голосовали около дороги, поэтому они смело садились в машину на переднее сиденье пассажирское. Убийца признался, по дороге он любил поговорить с женщинами на разные темы. Но если в ответе пассажирки его что-то не устраивало, он тут же решал расправиться с ней. Ближе к конечной точке маршрута выбирал темное место, где нападал на девушек, душил их подручными предметами, затем совершал изнасилование, трупы возил за территорию города и спокойно возвращался домой, парковал машину, шел спать. Но что заставляло молодого человека нападать на беззащитных женщин? Найти ответ на этот вопрос помог рисунок, найденный при обыске в квартире Замулина. В его комнате был обнаружен изъятый листок, на котором от руки была нарисована девушка с опущенной головой, а над этой девушкой стоит мужчина, который заносит меч. Задержанный признался, после того, как его бросила возлюбленная, он возненавидел женщин. Из показаний Романа Замулина. Я около 2 лет встречался с девушкой по имени Дарья. Она постоянно требовала от меня подарков и денег. Я ее любил, хотел жениться. Но Дарья сказала, что я мало зарабатываю, и бросила меня. Я думаю, что все женщины хотят от мужчин только денег. Женщины – это главное зло. Их не надо жалеть, их надо убивать. Удостоверение военного, да еще и из специального подразделения, давало Роману Замулину полную уверенность в собственной безнаказанности. После того, как он стал работать водителем, получив удостоверение такое, он просто, ну, как сказать, просто пупил от собственной безнаказанности. И пьяный катался, удостоверение показывал, его гаишники сразу отпускали. Видимо, это его окрылило. Он понял, что полностью безнаказанный. Никто ему ничего не сделает. Никогда ни за что. Впрочем, на суде Замулин уже не чувствовал себя героем. Я не видел такого испуга у людей. Ну, просто его колотило. Вот так вот трешься от испуга.
бедняжка. Убивать и насиловать женщин преступнику было не так страшно, как ждать возмездия за совершенные преступления. За убийство 6 человек суд приговорил Романа Замулина к пожизненному заключению.